В четверг, 23 мая, вы сможете посмотреть мини-сериал под названием «Первый класс». В ней три лучшие подруги, трое очень разных детей и всего одно место в самой престижной школе Петербурга. Что может пойти не так? Страдающая от безденежья, питерская интеллигентка Таня помешана на карьере, провинциалка Аня избалована, но меланхоличная жена бизнесмена Лена. А ради места в лучшей школе города для своего ребенка каждая из героинь готова пожертвовать всем, включая отношения, дружбу и чувство собственного достоинства.